Кстати, уважаемые друзья, ударник команды Александр Манякин пришел в арию в 1988 году и поразил всех тем, что безо всяких репетиций сыграл на память все песни группы. Далее мы ожидаем «Игру с огнем». Она называется «Игра с огнем». Thank you.
Закончилась «Игра с огнем» с альбома, который также называется «Игра с огнем». Он был записан в 1989 году.